Приветик. Наш выходной продолжается. Сегодня мы пришли в парк насобирать материал, природный материал для Даушкиного урока в школу, для трудов. Называется у них этот урок «Праця и технологии». По-моему, так. Так, сейчас будем собирать каштанчики, желуди. Так, вот наше пополнение желудей. Да, сынок? Так. Желуди мы насобирали. Теперь нам нужны каштанчики. Вот, и шляпочки, там и желуди. Мы их дома просушим, вымоем, будут чистенькие. Ой! Вот какой! Угу. Ой, большой. Вот наши каштанчики. Мы собирали тоже всяких разных маленьких и больших. Да, Давид? Да. Теперь надо еще рябинки нам насобирать. Давай. Опа. И выпал. Да, малыш. Давай. Маленький малыш, да? Вон твоя школа, узнаешь? Да? Скучаешь за школой? Конечно. Да. Вот какой хороший ученик. Скучает за школой. Что, завтра мы туда пойдем? Сейчас пойдем до бабули пиццу жарить, да? Пойдем готовить пиццу. Так, мы пришли к бабуле готовить пиццу. Давид, распечатывай заготовочку. Я не знаю, надо мне, нет. Сейчас будешь накладывать ингредиенты. Будешь? Угу. Смотрите, помидоры, соус. Размазывать. По всей поверхности равномерно. Помогай себе щеточкой. Так, теперь мяско, да? Угу. Давай распределяй. Равномерно. Мяско есть, да? Так, какой следующий у нас слой? Кукурузка. Так, теперь кукурузка пошла. Бабушкин цветочек красивый. Да, верти форму везде. Крути ее, она ж круглая. Крути ее. Крути ее будет. Кукурузка вареная. Теперь свежие помидорки раскладываем. Они-то большие. Ай. Теперь сырочек. Тертый. Заготовочка. Сейчас будем отправлять в духовку. Ку-ку. Вот такая красота получилась, Давид. Так, сейчас бабушка поможет, польет чесночным соусом. Такая красавица пицца получилась, румяная. Давидушка, нравится? Угу. Видишь, как? Угу. Вкуснота, красота. Вкуснятина! Всем приятного аппетита!